В Карагандинской области собираются отметить 350-летие Казбек-Би. Праздновать юбилейную дату великого человека в шахтерской столице будут на протяжении всего года. Пройдут научные конференции и концерты, а также спортивные соревнования на республиканском уровне. Главное празднество состоится 18 августа в селе Егендебулак. Празднование юбилея Казбек-Би будет проходить по программе «Туганжир». Главный праздник пройдет 18 августа в селе Егендебулак, где гостей ждет увлекательная программа. Мероприятие начинается 18 августа, и они продолжаются на протяжении полутора месяцев, то есть 18 августа. Потом у нас идет караван. 26-го мы большое мероприятие проводим в Туркестане. Будет большой молодежный форум с участием акимов четырех регионов, двух министров. Далее, 2 сентября этот караван возвращается в город Караганду, где здесь мы проводим выставку, встречаем этот караван, продолжается концертная программа, она переходит уже 22 сентября в международную конференцию. На сегодняшний день ведется тщательная подготовка к мероприятию. Особое внимание уделили ремонту дорог. К торжественному празднованию будет возведено более 100 юрт. Приглашенные смогут сыграть национальные игры и насладиться праздничным концертом. С районного бюджета выделено 3 миллиона тенге. Сейчас уже ведутся работы по благоустройству. Будет установлено 25 фонарей по улице Жакешева. Закончить подготовку планируем к 20 июля. Кроме того, будет реконструирован стадион и скверы. 19 августа пройдет Айтыс. В нем примут участие акыны со всей республики. Кроме того, киностудия «Казахфильм» планирует снять специальный 52-минутный документальный фильм о Казбек-Би, а также выпустят альбомы и фоторамки. Кроме того, о великом Казбек-Би выйдет двухтомное издание. Фотоальбом, фильм и книгу обещают представить уже в сентябре. Решены практически организационные вопросы по размещению участников Айтыса, забронированные номера в гостиницах. Разработана программа проведения Айтыса. Ведется работа по выпуску буклета. Ну, как мы уже говорили, аннотационный материал, если он будет утвержден, мы уже размещаем на буклетах его. Коллектив театра имени Кожамкулова готовит пролог для торжественного открытия Айтыса. Разработан сценарный ход всего мероприятия. И, пользуясь моментом, хотелось бы, согласно плану, который утвержден вами, Жандос Калсерикович, напомнить, что у нас будет разработан отдельный план по закреплению за управлениями почетных членов жюри. На сегодняшний день создан специальный благотворительный фонд «Балкантау». Он создан специально к празднованию 350-летия Казбек-Би. В нем собрано уже 15 миллионов тенге. Как подсчитали организаторы, на все мероприятие необходимо 56 миллионов. Еще одно мероприятие состоится 18 августа. Это автопробег, который берет начало в Егендебулаке, а завершается в древнем городе Туркестан. Асель Сазымбаева, Жасулла Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.